Только шоколадки, от которой у меня сыпь по глазам, по ресницам, но я ее все равно съем. Почему меня странная женщина называют? А что происходит? Ал, что с твоей ножкой? Я не знаю, у меня бракованная левая икра. Понимаете, что я пришла на новый телефон, а ему уже год. Момент, когда фен занят женщиной другой. Я ее не буду во весь раз показывать, а то там цензура. Знаете, в чем моя отличительная черта? Я всегда выхожу плохим. А вот моя ласточка. Привет, моя пуська. Пуська моя. А мы оставили машинки и сейчас пойдем пешочком до фотосессии. Вот уже немножечко поднакрасились, так сказать, привели себя в порядок. А мы ничего, да? Ничего. Как в купальниках, так и без. Ну, в смысле, с макияжем. Вы понимаете, о чем я. Короче, мы сейчас будем фоткаться. И у нас редко бывают выходы командные, не на тренировку. Все уже отфоткались, а мы, как обычно, последние. Ну что, девчонки, все, мы готовы, да? Все готово. Нормально, вроде ничего. О, боже! Мы готовы? Я стою, чтобы тост принести, чтобы все подняли бокал. Там столько встречи тоже. Необычно. А можно с чаем? Да, бокал. Семья в сборе. А, да, я тоже с чаем. Да. Я возьму. Все, не надо из камеры уходить. А мы отмечаем, знаете что? Знаете, а мне нравится мама. Смотри. Рыбу. Ну, 25 лет. Черный зуб. Ой. Что? Аккуратненько, ладно, не трогай часик разных, пожалуйста. Как ты маму терпишь, непонятно. Кто-то приехал. Чего? Как ты маму терпишь? Как? А как мама терпит папу? Я не понимаю. Ну поэтому. Это Ваня. Надо отправить их в другую страну, что вы и делали. Ну вот все и разошлись. Оставили меня наедине с едой. Опасно. Как много цветочков. Шарики. Цветы. Рыбки. Рыбки.